Ты повторены, что это тоже важно, потому что, условно говоря, когда три раза слышишь одно и то же, еще не веришь, а когда четвертый, пятый, шестой раз слышишь, то во-первых, запоминаешь и понимаешь, что этим тоже нужно заняться. Ну и очень нравится, конечно, когда чувствуешь эмоциональную поддержку. То есть это очень приятно. Даже если нет никаких вопросов, но чувствуешь эмоциональную поддержку, это чудовищно приятно. Были пару идей, но я же не знаю подтекста, поэтому я молчала, что он сделал. Ну что ж, давайте поблагодарим Кирилла за этот проект.